ребята, добрый вечер. Вот. Не выпускаю пока голубей, снег и все такое. В принципе, выборочно кое-кого погонял вчера. Ну и так для себя посмотрел. Морозы у нас для нашего региона, там, наверное, будет, можно сказать, смешно. 14 градусов ночью. Ну и все же для нас это на Кавказе это очень. Вот, поилка, вот слава богу, сегодня не замерзла. Вот, а так вот в течение дня поилка замерзает. Одна лопнула даже на верхней голубятни. Двери закрывал. Два птенца. Три замерзли. Не знаю почему. Два до этого они были не очень. Один замерз. Хотя, ну, вода держится. Там ближе к утру она промерзает. Вот замерзает поилка. Вот вода замерзает. Ну, вроде бы все, морозы вроде бы прекратились. Вот сейчас плюс 4 градуса. Очень даже неплохо. Вот. С учетом того, что морозы, голуби стали жрать больше. Вот, ну, голубятня неотапливаемая, холодная. Ну, в принципе, вот на вечер кормлю их очень хорошо. Можно сказать, от пуза они кушают. Вот они выстроились и кушают. Сегодня вот чуть-чуть вот корм, тут рыбий жир. Чуть-чуть совсем смазал. В общем, кушают. Ячмень сегодня не дал. Утром был ячмень. Ну а сейчас вот тут больше всего вот, ну, пшеница, сорга, кукуруза, софлор чуть-чуть. Семечку уже выклевали. Чуть-чуть семечки было. Ну, кушать надо, поэтому вот и иной раз их, в общем, можно сказать, балую. Голубятни. Тишина. И вот занимаются своим делом. Так что ничего, скоро время придет. Чуть-чуть вот. И возобновим чуть-чуть. Погоняем. На данный момент главное, чтобы они были здоровы. К сожалению, тут вот одну голубку пришлось убрать. Не знаю почему, но, видимо, вот я в такой толпе не особо посмотрел. В общем, высохла голубка. Просто-напросто высохла. Вот, я так думаю, подозреваю, что это вот сальмонеллез. Именно вот голубки. Именно голубки. У меня вот у этого была такая беда. Вот в течение, наверное, месяца голубок 5 потерял. Хотя, ну, были яйца, были. Ну, не знаю, с чем это связано. Так что вот на данный момент как-то так вот. Жду, когда вот молодежь из желтых вот долиняет. Они, в принципе, жирненькие. Все, ну, еще в линьке. Поэтому вот жду, когда они полиняют. Хорошо, и тетеревятник, вот как и показывал в сюжете, я снимал, вот он буквально в метрах 6 вот сидит и ждет. Всем добрый день. Вот стою в голубятни, и вот он тетеревятник. Сейчас попробую. Только что прям слетал сюда. Чуть-чуть приоткрой. Эх, сорвался, ушел. Вот так вот. Там на перекладине, на ежевике, сидит и смотрит за голубями, как они по вольеру летают. Вот он. Тетеревятник. Ладно, потому что я не особо переживаю, потому что я стою вместе с ними. Если голубей бросить, вот тогда он налетит. А когда я рядом вместе с ними в огороде стою, тогда он боится. Может нежданчиком налететь, но так нет.
Вот только лишь сапсан, тот да, вот, дает потихоньку жару. Главное, уже вот, полы почистил. Полы только сегодня почистил. 3 дня не мог почистить, даже шпатель не брал. Пол не мог очистить полы, потому что настолько все замерзло. Вот днем минус 6, минус 7, ночью минус 12, 14. Не мог, все было замерзшее. Ну вот сейчас уже почистил. Так что посмотрим. Как и сказал, главное, чтобы здоровье у голубей было, а остальное как-нибудь переживем. Так лапезный убивается голубятни. Опять же, вот не гоняю, опять потом выпущу. Будут дроваханы, потому что не гоняю. Некоторые начнут уходить за бой. Ну вот, вот такой вот, в общем. Коротенький ролик. Они уже все и поели. Вот около меня чуть-чуть еще вот осталось. Там уже все доели полностью. Все покушали. Как-то так. Ладненько, на этом буду заканчивать вот такой вот короткий ролик. Главное, показал, вот все нормально, ну а там дальше посмотрим. Там даже птенцы выжили. Не замерзли, хотя верхние голубят не замерзли. Видимо, значит, со здоровьем, с иммунитетом было послабее. Ну и может и родители, вот некоторые лезут прям на взрослых уже колодки, они лезут на них, греют, а некоторые сидят рядом. Поэтому вот такие вот дела. Ладно, ребята, удачи вам, чтоб голуби не болели. Ну и еще немножечко и Новый год, а там дальше уже у нас и весна придет. Надеюсь, будет все хорошо. Все, ребята, всем удачи. Всем пока.